Всем привет! Итак, вот такая анимация получилась. Это пока без корректировок, именно без позы именно кистей рук, пальцев и так далее. Ну, пока блок. Итак, давайте попробуем сделать теперь анимацию разговора. Как это все дело будет получаться. Первая попытка, потом будут, возможно, корректировки. Приступаем. Так, у нас тут присутствует на лице именно косточка челюсти. Я вставил тут зубы. Давайте посмотрим. Так, тройка на нампаде. R. Вот такой рот. Теперь тут есть зубы. В принципе, будет поинтереснее, наверное. Так, единица на нампаде. Ctrl-Z, пока нам это не понадобится. Что я хотел бы сделать? Нам понадобится писать именно разговор посекундно. Вот секунда, это будет 25 кадров. Не так, что 10, потом 15, 20 кадр. Это будет слишком быстро. Выбираем, значит, первый кадр пропускаем. На 10 кадре давайте откроем именно вот эту челюсть R. Так, чуть-чуть ее на подкорректируем. Сильно открывать не надо. Вот таким образом. Так, что еще тут можно сделать? Ну все, в принципе, этого достаточно. Пишем A, I, lock rot. Следом идет у нас 20 кадр. Открываю, так, это открытая, закрытая челюсть. И теперь у нас выходит, ну, давайте писать, так, 20-й, 30-й кадр. Если что, потом, так, Ctrl-Z, выбираем R, чуть-чуть приоткрываем ее. И чуть-чуть, наверное, так, назад. А потом, если что, подкорректируем A и lock rot. Чтоб не путаться, это получается у нас 10, 20, 1 пропускаем, 10 пишем, 20 и 30 кадр. Вот так. Так, перематываем, смотрим. Раз, вроде вот разговор идет. Так, теперь у нас идет пауза. Это слово. Потом идет опять, наверное, давайте теперь 40-й выбираем R. Открываем рот. G. Чтобы посмеяться, давайте поприкольнее сделаем единицу на нампаде. R. Чуть-чуть ее перекрутим. Вот так. Вот так. Слегка. A. I. Lock rot. Так, это у нас, значит, 30-й у нас был открытый. Потом идет 36-й закрытый, 35-й, 40-й открытый. Реклама заядрела. Так, что тут получается? 10-й, 20-й. Так, возвращаемся назад. Не, не такую, не так будем писать, что это дело. Значит, пишем 10-й у нас. Открытый рот на 20-м будет, ну, не на 20-м, а на 15-м закрытый. На 20-м давайте его опять, тройка на нампаде R, откроем. G уведем, A, I, lock rot. Теперь пропускаем 25-й кадр, он тоже вроде закрывает, 30-й открываем. Вот получается у нас два открытия рта. Вот, раз. Это на секунду. 25 кадров. И теперь пишем 30 кадр. Открываем опять R. G. Отводим. Единица на нампаде. Делаем анимацию по приколу. R чуть-чуть. Как бы вот так. Рот перекручиваем, косточку A и lock rot. Теперь на 40-м делаем такую же фишку. Тройка на нампаде. Выбираем косточку R,
приоткрываем. Так, теперь, значит, ну пускай она будет, челюсть подается вперед. И значит, перекрутка идет как бы в эту сторону. А, и лок рот. Смотрим, что получилось. Нормально. Теперь на 50-м кадре. Давайте на 50-м кадре сделаем ему R. Просто слегка приоткроем. Вот так вот. А, и локрот. И на 60-м тоже R. Так, пардоньте, Ctrl-Z. Выбираем косточку, делаем R, G чуть-чуть отводим вниз, A, I, lock rot. Это получается у нас два предложения небольших. Ну вот, допустим, решил без лодки, красава. Вот это будет вот эта штука. Так. На 70-м давайте опять откроем. Если что, потом на каких-то кадрах просто удалим вот эту анимацию рта. А, И, лок рот. Следом идет 80-й. R. Так, пардоньте, забываем включать косточку. Вот так. Челюсть вперед выходит, будет так, чуть-чуть назад. Пишем А, И, лок рот. И вот получается у нас уже предложение. Смотрим приблизительно, как это будет выглядеть. Вот, гав-гав-гав, короче. О, нормально. Следом у нас идет пауза. А, нет, так, давайте теперь паузу пускай у нас 80-й, 90-й, 100-й. 110-й пропускаем. И вот, а, давайте со 110-го, вот правильно, со 110-го открываем опять рот. G, делая это вот сюда, чтобы прикольнее было. Немножко еще R, голову вот так вот поднимем, А, И, лок рот. И теперь, значит, на 120-м тоже R опускаем, чуть-чуть вот так перекручиваем. Единица на нампаде и R и G, как бы челюсть вот в бок уводим, А, И, лок рот. Так, смотрим, что получилось. Во, здесь он говорит: Боже, храни королеву. Получается вот, значит, 10-20, так, это 10-20, он начинается со 110-го, Боже, храни королеву, 130-й, вот вам опять выходит секунда. А, И, лок рот. Потом идет пауза. Тогда идет пауза. И со 100. Давайте со 160-го. Так. Нет, давайте. Да, давайте вот, наверное, со 160-го. Тоже здесь открываем рот. R,
G, A, I, Локрот. И здесь он говорит, таких орлов посылает судьба. Ну, что-то в этом духе. Вот. Таких на 170-м. Выбираем кость, тройка на нампаде. R тоже опускаем. Теперь единица на нампаде. R чуть-чуть тоже перекрутим. G. Вот так подведем. А, и локрот, ну, чтобы динамика челюсти такая была. Так. Тройка на нампаде. Опять выбираем косточку. Опять ее открываем. Только, наверное, теперь R чуть-чуть поменьше. Вот так вот. Так, единица на нампаде. Смотрим, что тут вообще происходит. Слегка вот так вот, да. А, и локрот. Ну, чтобы постоянно в одной паре не было открытия рта. Чуть-чуть делаем рот больше, открытый поменьше. Там, потому что есть звуки у нас, которые произносятся без сильного открытия рта. Именно я, потом а, вот такие вот ар. И так далее. Так. 200-й кадр. G. А, и локрот. Потом еще будем поправлять. Ну и тут тоже 220-й. Тоже что-то он будет говорить. У меня с текстом, кстати, проблема, я так и не могу именно оптимальное что-то такое подыскать. Если кто-то хочет, у кого-то больше фантазии в этом плане, давайте присоединяйтесь, помогите. А, и локрот прописываем. 250-й. Пауза. Такая вот задумка. И вот он что-то такое, это как говорит, сердце болит, душа разворачивается, а берется он за эти причиндалы свои, за утюги, упор делает, и здесь он тоже пускай что-то скажет и ушлепывает отсюда. G, а, и локрот, потом 310-й. Можно переименовать чуть-чуть, вот 314 делать, задержечку, допустим, чтобы он медленнее что-то сказал. G. Ну, оптимально, оптимально это через десятку делать разговор. Если вам нужно ускорить, то ну, никак не через, допустим, 5 делений. Вот через, не через 5 кадров, а делайте через 6-7. Вот так как-то. Так. А, и локрот. Потом, так, 314. Давайте сделаем 314. Так, 323. Вот попробуем сделать теперь открыть рот. Так, здесь уже тройка на нампаде не катит. Так, R. Рот чуть-чуть перекрутим. А, и локрот по мультяшному. Ну, вот такая штука. Так, теперь он делает упор. И получается, как вот раз он что-то говорит, делает упор. При повороте разговора не надо. И потом вот когда раз он ставит, вот так вот, вот 340-й, он приземлился. Теперь он потратил какую-то энергию. Так, вот теперь он может еще что-то сказать. Так, G, А, И, локрот. И, наверное, давайте голову еще повернем. Семерка на нампаде.
R. Перекрутим вот так вот голову. А, и его вот перепишем. Так. На 350. Так, семерка на нампаде. Голова. Давайте еще раз голову. Вот так вот. Поворот. Вот так как-то. И откроем еще раз рот. R. А, и лок рот. И на 360 оставим уже в таком вот положении. Он что-то договаривает. Вот так. Раз. G. R. G. Чуть-чуть челюсть в бок. А, и лок рот. Нет, челюсть у него не поломанная. Это просто, ну, такой прикол в мультипликации. Когда челюсть двигается в разные стороны, и какие-то части тела деформируются. Вот, вы видите, что уже раз он что-то говорит, и пошел разговор, все, здесь он уже ушлепывает, здесь нам не надо разговор, это он уходит за кадр. Так, есть такое дело. Раскидали мы, значит, базовые вот эти рты разговора. Теперь, что я хочу сделать, мне нужно именно кейп-шейпами вот сделать моргание. Что нам понадобится? Выбираем пока кости. Заходим в Object Mode. Делаем английскую H. Скрываем пока кости. И что нужно будет сделать? Так, я еще хочу скрыть шапку, глаза. Так, нет, это пока не буду делать. Нет, давайте, наверное, покажу сразу один вариант. Я уже показывал его в ролике. Так, вот это H тоже пока скрываем. И вот эту челюсть тоже H пока скрываем. Почему? Потому что у меня кости и вот эти вот все части вынесены вперед, чтобы связывать их с костями, чтобы они не прилипли к мешу. Это тоже в прошлых роликах. Итак, нам понадобится теперь Shape Key. Мы делаем плюс, это базис, мы его оставляем, это как, ну, как папка, что ли, как основа. Делаем второй Cape Shape, выбираем нашего персонажа и заходим в Edit Mode. Так, теперь здесь вот сетка, конечно, у меня может правильная, может нет, но давайте выберем теперь вот эти вот вершины. Вот эти, это будет у нас века, да? Переключимся на шарп вот этот и включим, так, не вот эту функцию Proportion Editing пока не будем включать. Значит, так вот опускаем. Выбираем вершину и левой кнопкой мыши, видите, можем ее вот так вот подправлять. Выбираем опять вершину. Так, я сейчас поближе поставлю. Вот так вот. Раз. И левой кнопкой мыши. Так, давайте пониже, потому что у меня нижнего века нету. Так, вот как-то так. Получается что-то именно вот в таком духе. Так, так, так. Ну вот, века закрыто. Так, вот с этим еще делом нужно подкорректироваться. Вот так вот. Во, прикольно. Так, здесь поступаем точно так же. Выбираем, значит, вот эти вот, где они тут присутствуют. Выбираем, значит, вот эти вот вершины. Так, что-то здесь я их плохо наблюдаю. Так, вот это. Что это такое? Вот это. Угу. Так, и вот это, наверное, тоже вершинка. Так, а это вдаль.
пусть уходит. Так, это оставляем. И погнали пробовать опять вот это все дело тянуть вниз. Вот так вот. Так, а почему у меня здесь другие вершины как-то треугольниками? Так, вроде симметрично все делалось. Значит, где-то нижний не прихватил. Не тот ряд взял, наверное. Так. Так. Ну, в принципе, века есть. А вот перекроет оно глаз или нет, это уже отрегулируем глазами, если что. Так. Вот такая штука. И, по-моему, вот эту часть нужно еще пониже опустить. Вот так. И вот эту часть вот сюда, да? Так, а это что тут получается? Чуть-чуть отрегулируем. Вот так как-то. Вот это как-то поправильнее, что ли. Ну, давайте еще раз его. Вот этот сюда. Так, единица на нампаде. Так, этот край еще пониже. Так, и вот этот тоже поровнее сделаем. Так, 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 так. Так, вот этот еще вперед. Так, этот треугольниками вот мне не нравится. Так, ладно, пойдет. Object Mode. Смотрим, что тут получилось. Ползунок валы. Раз. Вы видите, что уже идет у нас моргание. Это мы можем будет, ну, в будущем прописывать. Теперь, что я хочу сделать. Значит, моргание есть. Теперь я хочу именно вот с этого персонажа сделать тоже кейп-шейпами, но только в скульпт мод. Подправить вот эту вот мимику лица, чтобы здесь кости не вставлять. Выбираем его, создаем еще второй кейп-шейп, это значит пишем моргание. Enter. Здесь, значит, пишем рот. Рот. И заходим в Sculpt Mode. F английское, делаем ползунок больше, мышку тянем на себя. Следом, что я хочу сделать? Я хочу поработать грабом вот этим. Но вы видите, что я не могу вытянуть никакую деталь. Почему? Потому что нужно включить вот эту Shape Key Lock. И смотрим. Значит так. Так, есть такое дело. Да, вот так подтянем. Ноздри тоже можно вниз припустить. Так, все это дело подправляем. Все, по чуть-чуть. Чуть-чуть движение ушам создать. Чуть-чуть. Все, это прописалось. Смотрим, что получилось.
Теперь нужно вот это Shape Key Look отключить. И смотрим, что по, видите, идет движение лица. Вот такая штука. Так, это есть такое дело. Пока это не трогаем. Создаем еще один shape. На вторую вот эту вот где. Так, на 20 тоже здесь, значит, открытая. Можно их побольше ставить. Ну, хотя бы через какие-то там кадры, да. Давайте теперь с этим поработаем. Включаем вот эту штукенцию. Заходим в Sculpt Mode. Так. Поднимем теперь, значит, можно вот рот чуть-чуть подать вперед. Вот так. Губу тоже как бы вперед. Эту тоже. Эту центральную. Усы. У меня просто тут симметрия не получается. Придется работать вот именно со всеми сторонами отдельно. Так, раз. Так, чуть-чуть теперь усы давайте вниз. И вот эти вот брови тоже вниз. Так. Вот так вот. И вот эту часть тоже вот сюда как бы. О. Где-то можно еще чуть с горлом поиграть. Вот так, чтобы горло двинулось. Так, это тоже уши кверху. Ну, в принципе, вот этой штуки достаточно. Так. Что я хотел еще, это F. Смотрим вот так вот. Глаза чуть-чуть давайте приоткроем побольше изначально. Вот так. Object Mode. И смотрим, что получилось. О, вы видите, как движется лицо. Прикольно. Так, теперь что я хочу еще подправить, это Alt H, возвращаем кости, возвращаем все вот эти штуки. Я делал вот эти веки именно, как сказать, полузакрытыми. Вот это. Поэтому я хочу сейчас зайти H, зайти в Sculpt Mode. И без Keep Shape'ов, сейчас вот базис переключусь. И вот без Keep Shape'ов, значит, Sculpt Mode F. Нужно приоткрыть вот эти веки побольше, чтобы было видно глаза. Вот так. Тогда он будет так. Тогда он будет прикольно выглядеть. Ну и чуть-чуть можно поменять ему, значит, здесь вот эти брови чуть сдвинуть. Изначально усы где-то подкорректировать. Так, вот эти губы тоже. Вот так, поприкольней. Ну и вот, должно это все теперь остаться. А ну-ка, да, вот. Остается разговор, динамика, ту-ту-ту, свал. Теперь, значит, добавим. На 20-й моргание. Вот так вот добавляем моргание и прибавляем вот так раз, закрываем глаза. Так, вот этот способ тоже ай-яй-яй. Не до конца не закрывается. Давайте перепишем Keep Shape только Sculpt Mode'ом. Вот этот лучший способ, чем, наверное, в этом. В Edit Mode. Ну, что-то и в Edit Mode можно сделать, конечно. Так. Так, тут еще сверху посмотрим. F,
прибавляем, значит, вот это вот размер кисточки и чуть-чуть вот эти веки давайте вот так и покрасивее как-то тут вот чуть-чуть кверху приподнимем, так, а тут чуть-чуть их поднатянем. Так, вот этот глаз все-таки лучше получился по сетке. Так, и когда он моргает, чуть-чуть, наверное, брови будут вот так вот опускаться. Нос чуть-чуть приподниматься, ну и усы чуть-чуть двигаться. Так, губы не трогаем, все. Object Mode, смотрим, что теперь у нас тут получается. О, вот это уже красавчик. И вот на 30 кадр прописываем вот здесь вот моргание. Так, на 40 кадре, так, нет, он моргает быстро, моргание происходит быстро, значит, на 33 открываем глаза и прописываем открытые глаза. Ну и так далее. Вот такой способ создания анимации. Так, теперь мне понадобится... Так, теперь нужно находить вот эти кадры. Alt, S, возвращаем кости. Единицы на нампаде. Находим, где прописана анимация. Вот 60 кадр, да? И давайте добавим ему на 70 кадре моргание тоже. Так, находим нашего гражданина и добавляем Cape Shape Bams. Закрываем ему глаза. Так, этот-то я подправил, а этот нет. Так, значит, Ctrl-Z. А, нет, ставим вот до конца. Заходим в Sculpt Mode. Опять же, включаем вот эту нашу пипетку, или как ее, скрепку, прописываем, да, правильно, моргание, думал, не то нажал. Так, и прописываем на 70-м, на 73-м, прописываем открывание глаз. Так, не понял. Не понял, а что это такое получилось? Так, значит, здесь 70-й прописался. Так, 69-й, значит. Так, перестало работать. Почему? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, ну ладно, потом, если что, подправим на каждом кадре. Вот такая ошибка у меня вышла. Так, теперь, если я ставлю 70-й, значит, моргание, прописываю, то здесь вот перед 70-м должно быть открытие глаз. Вот, теперь вот здесь он будет с открытыми глазами, а только вот эти части будут моргать. Так, смотрим, что получилось. Так, почему он закрыл опять глаза? А, так, здесь у него открытые глаза, закрытые, и вот здесь он должен их открыть. Ого, вот это тебе моргание получается, да. Три кадра должно быть. Вот так вот. О, моргнул. Красавчик. Так, ищем, где у него рот открытый теперь. 110-й, вот он. Можем добавить ему вот этот Cape Shape. Или давайте создадим ему новый. Так будет поприкольней. Sculpt Mode. Включаем пипетку.
Подтягиваем вот так вот скулы. Рот чуть-чуть, наверное, вот сюда. Губа чуть-чуть пониже. Так, вот эту часть рта наискось. Во. Вот так он будет прикольнее разговаривать. Вот так вот, да. Так, это значит часть губы чуть вперед. Эту щеку тоже вот раз так, так поменьше. И вот, вот эту часть хочу приподнять. Во. Так, нос тоже чуть-чуть движется. Так, и вот эта часть, наверное, вот так вот должна уйти. Назад. Уши чуть-чуть, наверное, припустить, приподнять. Ну и также можно делать движение, значит, тела. Движение шляпы там менять. Пальцы, не знаю, не пробовал. Так, создали. Это четвертый Cape Shape. Так, здесь у него идет искривление рта. На 130-м добавляем ему вот так. Какой бы Cape Shape добавил. О, давайте вот этот. Третий. Так, отключаем его. Прибавляем. И прописываем. Так. Ну, здесь надо тоже поменять, где он рот открывает. Это 100. 110. На 110. Так, давайте посмотрим, что получится. Вот на 110 добавим. Вот этот Cape Shape. Вот так вот. Так, и на 140-м. Так, это какой кадр идет тебе? Вот этот, 159-й. Давайте создадим еще один Cape Shape. Вернем вот этого персонажа. Так, нормальную позу. Вот так вот. Вот, его и пропишем в такой позе. Вот так. И добавим его, значит, о, на 160-й. Так и оставим. Что он тут может делать? Ага, это искривляться нам не надо. Так, не получилось. Значит, тут этот значок есть, а вот этого кадра нет. Так. Sculpt Mode. Чуть-чуть веки опускаем. Рот оставляем. Вот что-то в таком духе. Угу.
Так, а что ж тут намудрено стало? Вот. Вот этот кадр пропишем. Забыл я, значит, база вот тут. Все, это база будет. И получается, он болтает, болтает. Тут пока так оставим. И почему-то у него искривленный рот теперь на протяжении всей вот этой анимации. Это не есть хорошо. Так, ищем поломку, да? Так, моргание. Давайте здесь добавим моргание. Впереди поставим, значит, открытие. И потом поставим опять открытие. Так, а где же у него рот вот этот искривляется? Я его маму. Так, это значит, ага, этот долой. Так, это понятно. Прописываем. И все вот нормально стало, да? Так. А вот сюда добавим ему. Так, что ему тут добавить? Вот он. Давайте пятый ему добавим. Вот так эмоционально. Вот так вот. Ага, вот еще косяк. Вначале вот здесь вот он должен быть с открытыми глазами. Здесь ему нужно моргание открыть. Есть такое дело. Так. А вот здесь нужно тоже поставить открытые глаза. Вот так. Тогда он, получается, с открытыми глазами говорит, моргает. Рот у него тут делает движение, все, эмоции поперли. Ну, вот такой вот способ. Здесь, конечно, нужно еще посидеть, повыбирать какие-то картинки, чтобы прикольные были вот эти движения рта, там, мимики. И все это дело тут подкорректировать. Тем более вот уже есть основа. Вот 110 кадр, 130. Здесь можно попоменять. Ну, в принципе, он так неплохо говорит. Вот если поближе его поставить, так.
Ну, вот нужно придумать теперь ему текст. Вот такая информация. Вот так можно обойтись без костей. В принципе, вот это самый лучший вариант, чем кости вставлять на моргание, потом на какие-то движения. Вот кейп-шейпы заменяют нам кости на щеках, на каких-то деталях. Тут можно кейп-шейпами чуть ли не ребра ему выдавить сквозь майку. Вот такие мои эксперименты в этом плане. Все, всем пока, до свидания.